У нас сложилась хорошая традиция совершать ежегодно взаимные визиты. Я был в Кыргызстане и в прошлом году, и в позапрошлом году. Также в прошлом, позапрошлом году Садыр Мурзоевич посещал нас. У нас еще будет возможность встретиться в Азербайджане и летом в Шуше во время проведения неформального саммита Организации Тюркских Государств. Также я пригласил Садыра Нургужоевича в ноябре принять участие в международной конференции КОП-29. Каждая встреча важна и ценна и в плане укрепления взаимодействия, нашего общения, а также решения важных вопросов двустороннего сотрудничества, многостороннего сотрудничества.